Сегодня суббота, и церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания к Тимофею святого апостола Павла, глава 2, стихи с 1 по 7. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, прежде всего прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, «Благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это, это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство» для которого я поставлен проповедником и апостолом. истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине». Итак, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день Церковь предлагает нам первое послание святого апостола Павла к Тимофею, вторая глава, стихи с 1 по 7. Всю предыдущую неделю мы с вами читали послание к Коринфянам, второе послание, первое послание, и как бы сейчас идет у нас рядовым чтением чтение как раз-таки Каринского послания. И тут внезапно появляется первое послание к Тимофею святого апостола Павла. Это корпус пасторских посланий. Они читаются гораздо позднее в годовом круге, чем послание к Коринфянам. Так почему же сегодня мы обращаем свое внимание именно на этот отрывок? А все потому, что сегодня у нас начало церковного индикта то есть церковный Новый год, а он знаменуется как раз-таки э, началом нового богослужебного круга. Наше богослужение завершается, как мы с вами говорили, уже, э, скажем так, так, такой финальный большой аккорд, который длится еще потом несколько дней. Это аккорд праздника Успения Пресвятой Богородицы, и далее происходит новый церковный богослужебный год и он открывается 20-м праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Но это если смотреть богословски, смотреть календарно, то, конечно же, сегодняшний день является вот такой отправной точкой начала индикта, конец предыдущего церковного года богослужебного и открытие нового богослужебного цикла. Поэтому в сегодняшний день читается особенное апостольское зачало, которое придает особый смысл сегодняшнему дню. И вот почему. Что пишет нам апостол? Вернее, не нам, а к Тимофею. Это послание пастырское, послание направлено не к общине, а к конкретному человеку, который как раз-таки руководил общиной. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Церковь всегда молится обо всех. И самое главное, и важное богослужение, в которой заключены э, смыслы э, всего мироздания. То есть здесь мы молимся и о живых, и об усопших, и об этом мире, и о благорастворении воздухов, о благосостоянии святых божьих церквей, о мире всего мира, э, о властях земных, о властях церковных, обо всех, о живых, о мертвых, о здоровых, о больных, обо всех молимся. О тех, кто в пленении находится – о тех, кто находится в сложных обстоятельствах, то есть обо всех. В этом смысле, конечно же, очень любопытно почитать всегда молитвы, которые читает священник в служебнике, например, на литургии святителя Василия Великого. Там вот эта всеохватность, всеобъемность литургии показана наилучшим образом, полным образом. Но э -э, это все происходит как раз-таки проистекает из э, священного Писания Богодухновенного, который научает нас молиться обо всех. Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. То есть мы видим, мы здесь еще видим, смотрите, градацию молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И все это, кстати, заключено в литургии. Прошение и моление и благодарение все в ней есть. Литургия это универсальная служба, полнота всего, в который нам Христос является во всей своей полноте и являет нам мистически себя в таинстве Тела и Крови. За царей и за всех начальствующих. Фокусировка, уточнение. За царей и за всех начальствующих. Зачем? Это просто какое-то стремление перед начальством выслужиться должно быть? Да нет дабы проводить нам жизнь тихую, без мятежа, во всяком благочестии и чистоте». И смотрите, вот ведь этот текст, он тоже по своей сути очень литургичен. На самом деле из пасторских посланий а, очень много формулировок а, были вставлены как раз-таки в тексты прошений, а, Ектений на Божественной Литургии. И вот даже сейчас для слуха что-то такое очень близкое, родное из богослужения мы с вами все, я думаю, слышим, я надеюсь. Мы молимся о начальствующих, о, о, о царях, да, как раз-таки для того, чтобы их твердая рука не расслабилась, и наша жизнь не превратилась в неконтролируемый хаос. Она не превратится в рай рукою царей и начальствующих, но она точно не должна превратиться в ад. И для этого мы молимся, чтобы э, вразумил Господь всех начальствующих, чтобы направил их мысли э, к доброму, чтобы их ошибки Господь исправил. И безмятежно во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, чтобы мы жили прежде всего в благочестии и чистоте. А скелет вот этого порядка, в котором мы можем посвятить себя благочестивой жизни, он созидается, сохраняется как раз таки э, начальствующими в любой сфере, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот еще очень важное слово. здесь как бы такая программа на год задается, программа нашей молитвы. Э, мы молимся, чтобы друг о друге, о начальствующих, о подчиненных, обо всех мы молимся, для того, чтобы нам жить в благочестии и чистоте. И этого хочет Бог, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Это такой императив, повеление ко всем нам, чтобы мы помнили о том, что мы не должны делить людей на погибающих, и которые недостойны спасения, и спасаемых, которые единственные достойны спасения. Мы должны идти со Словом Божьим ко всем и быть милосердными ко всем. Ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеком – человек Христос Иисус. Бог, он один для всех. Но люди по-разному, конечно же, себе его представляют, отдаляются в ереси, отдаляются в какие-то идолопоклонения и так далее, ищут иных богов в себе. Но Бог один, и к нему можно иметь доступ только через Господа Иисуса Христа. Только через Него мы соединяемся со всей полнотой божественной истины с полнотой Святой Троицы и внутритроического общения, через таинственную жизнь в лоне Церкви. Поэтому Господь Иисус Христос является э, тем связующим звеном, через которого мы приходим э, в всю полноту жизни э, Божией. Почему? Потому что Он предал Себя для искупления всех. Он есть истинный искупитель предтеча. За, наш, за нас, вошедший а, за завесу святой и святых и ведший человеческое естество в присутствии Божие. Для которого а, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником, апостолом истинно говорю во Христе, не лгу, учителем язычникам, язычников вере и истины. Здесь апостол Павел говорит, что вот ради этой истины, ради истины спасения через Господа Иисуса Христа, а, я был поставлен проповедником в среде языческой что апостол Павел, собственно, и показал всей своей жизнью, проповедуя в странах языческих и проповедуя с успехом, неся Слово Божие и неся Слово примирения, напоминая об искупительной жертве Спасителя и вводя в пространство реальной жизни вместе со Спасителем в Божественной Литургии. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны совершать свое спасение в страхе Божьем. Будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч.